Запоминаем. Снимаем тапочки. Перед боем всегда лучше снять тапочки. А мне тоже улетят... снять лучше? Нет, ты будешь как груша. Карате, карате. Айки джиу-джитсу. Встаете в стойку. Стойку. Да. Вас противник обхватывает рукой, держит и вожделеет вашего удара. И тут... Дэн, блядь. Вожделеет! Несущая нога держится. Держи себя в руках. Да не, я не буду. Вот смотри. Держите, да? Дистанцию, дистанцию держите. Это нога, на которой весь вес. На которой весь вес. Ее нельзя сбить никак. Ни в ту сторону, ни в другую. Весь вес на нее. Вот, вот, она стоит, все, хуй, что с ней сделаешь. Она стоит, смотрите, пацаны. Смотри, блядь. она стоит, весь вес, весь корпус, корпус, все в ногу. И потом, как только противник отвлекается, делаете мамашигири и бам ему просто в ногой, блядь. И он ложится и умирает. В РП, в GTA РП. Еще раз повторяю. Стоите, держите дистанцию. Это рука, так, для защиты, чтобы все важные органы защитить. Это рука для дистанции. Вот эта нога, чтобы держать весь вес и вас никуда не увело. Но переходите и бьете просто ногой. Бам! Называется удар мавашигири. Все. Бля, ну это жесткий прием. Это жесткий прием, он бьется именно в корпус. Это просто жесть, нахуй. Что за удар такой секретный? Пацаны, жесткая тема, очень жесткая.